Сегодня 8 февраля, 23:47. Я помощник доверенной особы Юлии Владимировны. Пытаюсь передать в 27 УВК Бабушкинского округа скаргу. УВК закрыта. Дверь закрыта. Никого нету. На звонки не выходит никто. Мы пытались сегодня в 8 февраля в 23:53 передать в окружную дельницу номер 27 скаргу от доверенной особы Юлии Владимировны щодо необхідності проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці та призначення голосування на виборчій дільниці недійсним. На наше требования никто не открыл, ОВК номер 27 закрыто, никто не открывает двери, милиционеры не выходят, членов ОВК на месте не оказалось. Добрый день, модно? Что вы хотите, молодец? А при чем здесь председатель же райисполкома? Ну, вот сегодня... Нет, это окружная комиссия должна принять вот эту жалобу. Ну так а тут же никого нет уже. Нету сегодня? Ну конечно. 8 числа? Ну, конечно, нет. Ну, кто он будет уже работать? Не надо снимать. Не, окружная комиссия просто должна работать сегодня. Я не знаю, работает или не работает. То есть мы пытаемся дозвониться? Да придите утром, они все утром будут работать, правильно? Я думаю, что сегодня нужно подать эту жалобу. Молодые люди, я тут при чем? А мы что-то нарушаем или как? Не нарушаете вы ничего. Нет, ничего? Нет, ничего не нарушаете. Ну, мы просто пытаемся передать жалобу, да, как бы дверь закрыта, ну, так, никто не открывает. Ночью никто не откроет ее. Ну, они должны работать. Охранник... Молодой человек, как ночью никому дверь не открывать? Даже мне ни двери не откроют. Просто я помощник доверенного лица Юлии Тимошенко. Вы меня понимаете, Михайлович? Да. Мне даже ни двери не откроют. Ну, вы можете сказать, что сегодня 8 числа, 8 февраля 2010 года... Закрыто. Да вы поймите, ни в команда, никому не открывать, даже милиции, кроме генерала. Да они не должны открывать. Не, нам они не нужны. Ну, я при чем? Мы записали вы, все.